Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жека и Игорем мы продолжим нашу рубрику «Снайперы в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет! Всем привет! Я уже не знаю, в какой раз вам напоминаю то, что нужно обязательно ставить огромные пальцы вверх. Если вам нравятся снайперы, если вы хотите продолжение, то поставьте прямо сейчас лайк. А после этого пишите комментарии, если вы хотите еще одну новую серию, да. Поэтому мы будем идти готовиться с пацанами. Пацаны, пошли, давайте. Пацаны, самое главное, кто на F5, пацаны, тот... там зомби, зомби, там зомби! Какой зомби? Кто на F5, тот вообще какашонце. Вы главное вот это не забывайте, потому что кто забудет, тот какашонце. Это с этим я, пожалуй, соглашусь. Да, вот поэтому уже... Пацаны, отключите зомби, плиз, пожалуйста. Отключите... Как? Я тебе ударом сделал, ты меня убил! Какой зомби? Я залез в меню, чтобы выключить зомби, смотрю, Жека! Ты мне оставил пол сердечка, понимаешь? Я три раза тебя ударил, а ты меня с одного бабаха, я сдох. У меня осталось пол сердечка. Такова жизнь, Игорь, без F5, я напоминаю, если что. Да-да, все в порядке. Игорь, без F5. Без F5, без F5, не надо. Не надо, F5. А не скажу, секретное место. Все приготовились ко второму раунду. Конечно, да. конечно, как вы, же по-другому? Вы молодцы, вы все молодцы, понимаете? Заколебал выигрывать. Да я случайно. Он вообще читер, он вообще читер. Ну Жеку я случайно убил, соглашусь. Как-то с одного... Да, Игорь, ты просто лох, понимаешь? А я, ну да. Так, ну Жеку я видел. Так, где Эдисон? Да я спрятался, я спрятался. Нельзя, нельзя. Возле кустиков. Да пошел ты в жопу. Я вообще не там, если честно. А где? Ага, бежит, бежит. Давай, беги, беги. Я вижу, как ты бежишь с ножиком ко мне. Давай, давай, парень. Давай, давай, давай. Без куртки. Так, а к тебе бегу? Ну да. Так я, так ты, я теперь... С одного удара! Как ты делаешь? Я с одного удара зарезал, с одного удара! Зараза! Посмотри, подкараулил меня прям, знаешь? Да, да, да. Еще шока не успел выйти. Зараза, зараза. Самое время, нужно уже действовать. Самое время, да. Пацаны, какие-то слишком динамичные раунды у нас на самом деле. Прям... Чё нахрен происходит? Ну не настолько же динамично, пожалуйста. Давайте, охладите ваше... Вот это самое. Давай, охлади мой пыл, охлади мой пыл. А где вы? Где вы? Давайте. С этим я согласен. Высовывайтесь, высовывайтесь. Да мы высунулись уже. Ну вот это да, я согласен, что мы высунулись. А где Игорь? Это как вообще, Жека, объясни, пожалуйста. Вы ничего не видели? Да мы ничего не видели, да. Мы продолжаем, я на самом деле не умирал. Нет, это так не работает, Жека. А почему, в смысле, я прыгнул? Ну я не в самый низ упал, я просто... Эдисон, ты где? Да, в смысле, ты где? Это как? Это как? Это вот так. Игорь, давай покажи, на что способны украинцы, давай. Я тоже украинец. Да ты... Он уже украинец, он уже украинец. Хорошо, хорошо. У меня вообще национальности нету, да. Я вообще непонятно, кто такой. Таджик. А что? Ну, давайте. Игорь! Что тебе надо? Покажись. Пожалуйста. Я вообще-то, я тебе серьезно говорю, я все это время вообще не прятался ни разу. Жека, хватит, не надо. Я еще... Это скример. Жек, согласись, что я еще ни разу за это не спрятался. Привет, ты меня видишь? Да. Кто кого видит? Я вижу всех. Я тебя вижу. Ты врунишка. Ты ничего не видишь. Я вижу всех, вижу. Ты врунишка. Я вижу. Где? Вась. Говно жопа. Вы видите жижу? Это жижа. В смысле где? Как жижа. Ой, мам дорогая, что происходит? Стрельба, пальба. Игорь, давай, покажи, это класс, давай. MLG No Scope, Игорь, давай. Ты где? Ой, сломал стекло. Да! Игорь, я в тебя разочаровался, все. Зато было интересно. Да, король там стеклом такой, зараза. Хорошо, пацаны, давайте, в следующий раунд. Страшно. Ну что вы, жопа говно, стемнело, пока вы тут это свои размусоливали свои вот эти вот
Чего? Кого? Чем мы размусоливали? Я знаю, что по ночам размусоливаешь. А чё? Шо я размусоливаю? Ну, давай! Эдисон, интересно, понимаешь? Скажи. Я сам не знаю. Ой, ой! Эдисон в соседней комнате всё слышит. Вот я. Как он там мусолит. Да, я всё слышу, Жека. Неправда, как бы было. Морковку свою начищает. Было и такое, на самом деле такое тоже, Жека, было. И не один раз. Конечно. Ну, плов готовил, имеется в виду. Я тоже выстрелил, дебил! Почему? Почему ты не умер? Это я не знаю, я не знаю. Как-то знаешь, так получилось. Так, у меня есть предположение, где Игорь может быть. Но я пока... Нет, я пока не знаю, где Игорь может быть. Игорь. Мне нравится. Игорь! Где он? Я не могу понять, конечно, где он стреляет, но сейчас я... Сейчас я разберусь. Сейчас я пойму, да? Не могу понять, но пойму. Так, через листву все видно, это замечательно. Так нечестно! Вообще не спалился, вообще ни капельки. Так вот, совсем. Игорь, так нечестно. Что нечестно? Я не могу понять, где ты. Ты меня видел, а я через листву. Чё за им? Чё за ВХ? Так, можно подсказку, где этот дебил? У нас просто компы мощные, мы можем играть на фэнси, Эдисон, где не понять. А, нет, соглашусь. Ну все, Игорь, тебе жопа, это понимаешь, у тебя жопа? Где он был? Я ставлю миллион долларов. Ах ты ж зараза. Я ставлю миллион долларов на Эдисона. Да нет, я не выиграю. Да как? Все, где мой миллион долларов? Миллион! А что такие, Игорь? Ну что, все, да. Да какие? Не, пацаны, давайте, 7 минут ролика получилось. Ну нормально, всем пока, дорогие друзья. Не. Спасибо большое за просмотр. Не, спокой. Я предлагаю еще бонусный раунд. Поэтому давайте, прячьте. Ну шо, пацаны? Я псих с топором. Пацаны, кто-то будет камбэчить или не будет? Игорь, ты твоя очередь выигрывать. Так, сейчас подожди, Игорь. Что это было? Это я корову убил. Ну да, конечно. В смысле, какой креатив мод? Я сейчас пролетит там полкарты так. Игорь, ты что, сымаешь? Подожди. А, он, видимо, патроны брал, да? Ну да. Конечно. Патроны он. Что за хрень? Это откуда пальба? Он из-за какой-то АК-47 взял. А кто меня вообще? Откуда? Откуда ты меня убил? Ах ты ж! Подожди, мне больше всего интересно, ты вот калаш взял, я чуть не понял. Да! Какой калаш? Дебила кусок, ты что там взрываешь? Я краш взорвал! Тебе карту перестраивать не мне! Он базуку нахрен взял, ты понимаешь? Идиот, ты кусок, Игорь, ты что делаешь? Так, Эдисон, война, надо брать других оборотов! Какая нахрен война, это уже не... Я знаю, как с тобой справиться. Это уже не война. Я выиграл, пацаны! Изи, real talk, think about it. 3-1, ура, я выиграл один раунд. И что самое печальное, я даже не увидел, где у него базука, и что он сломал там вообще. Ты понимаешь, что он под тобой всю серию стоял? Да. Он подо мной был? Да, вот ты... Сейчас я покажу. Вот, да, вы тут были оба. Один был тут, а другой был тут. Кусок дебила, тебе супер. Давай перестраивай! Перестраивай давай! Что-то строить, смотри. Ну вот. Тыц, да, давай. И вот там. Да, и вот тут еще. Да, и сверху. Все готово. И сверху. Все поломал. Да, все поломал, все нужно перестроить. Вот так. В следующий раз не балуйся. Нет, у нас давно уже были такие идеи с калашами побегать, но это уже не снайперы. Все, отлично, берем калаши. Ну, в следующий раз. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки, если хотите калаши. Не, ставьте лайки, если хотите следующую серию снайперов. Я хочу калаши, даже я буду записывать. И тогда будут еще и бонусные раунды, как сегодня, плюс один. За плюс один бонусный раунд нужно подписка и колокольчик. Колокольцы нужно нажать. Один лайк, и в мире не грустит один игр. Да. И плюс один бонусный раунд снайпер. Ставьте огромный палец вверх, подписывайтесь на канал, нам всем будет очень приятно. И спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Да.
Мама, папа! Скинули папа!